Доброе утро, девчонки, ребята. В Пятигорске выезжали, было плюс, сколько было, плюс 12, да? Приехали во Владикавказ, во Владикавказе минус 8, снег идет, красота, как в сказке. Так, рассказываю план действий. Сначала хотели поехать в Дегорское ущелье. Это, наверное, единственное место осталось в Владикавказе, что мы еще не посетили. Потом резко с Олесей передумали. Маршрут перестроен. Решили ехать сначала в Шитой. Ну как мы будем в этих краях и не посетим нашу любимую Чечню? Решили ехать в Шитой. Погуляем немножко в Шитое. Сегодня Чечня, а завтра возвращаемся во Владикавказ и посещаем Егорское ущелье. Обязательно, конечно, с вами буду всем делиться. Посмотрите, сколько снега за ночь выпало. Настроение, как всегда, замечательное. Снег хрустит. Мама моя такую любит погоду. Сейчас приедем в Чечню, там тоже, думаю, будем снеговика лепить уже. Слышно, как снег хрустит? Вася откапывается. Ты еще не прогревал, да, Вась? Еще не включал, не прогревал? Нет. Сколько сантиметров? 5, да, наверное, Вась? Ну, да. Насыпало. Знакомые лица. В нашем полку прибыла. С нами еще к нам присоединилась еще одна одноклассница. Наташ, выходи. Ниночка, мы, как всегда, у гостеприимной Нине. Как в сказке. В Пятигорске было плюс 8, приехали, у вас минус 8. Да, красота. А, да, вот, смотри, первый куст. Вот, роза. Красная, ага. А ты их на зиму не стрижешь? Не, да. Так, мы как всегда за кофе. Вот мусор. А вот думаю, кофе или какао? Так, долго выбирала, долго и мучительно выбирала. В итоге, как всегда, выбрала американо. Все. Небо черное. С Владикавказа выехали, зима закончилась. Будем фотографироваться очередной раз? А? Будем. Что, будем? Давайте. Ну, давайте, да. Я с вами редко езжу. Кому что давать? Ехали, ехали и приехали, да? Как всегда. А? Телефон. Я тебе потом поскидываю. Еще раз!
высотой. Ну, конечно, так красиво я снять не могу, то, что мы видим, ну, что получается. Так красиво, да, снизу желтая mm-hmm. поднимается так с туманом. Тут родник. Да, вот родничок тоже. Снежок идет. Так, ну скажем, да, зачем мы едем? Приехали вот в эту калитку. Конечно. Да. Мы приехали шишки собирать. Если найдем. Если найдем. Или хурму, да? Шмулу, нет, шмулу. Машмулу. Хурму мы на базаре возьмем. Водичка. Еще чуть-чуть осталось, да, Вася? Наверное. Надо башен. Да, мы уже и кушать хотим, и пить хотим, и шишки пособирать хотим. Мы все хотим, да, Наташа? Да, мы хотим все. Сейчас нас зарегистрируют, и мы поедем дальше. Сейчас Вася все поспрашивает, где. А тут все снегом замело, мы ничего не видим. Может, я приоткрою и посмотрю на... Ой, боже, какая красота! Да, мы уже практически подъехали, нам осталось сколько, Вась, 700-800 метров, да, до Ушколовских? 150 даже до Паши. Вот она, все, приехали. Вот они, да. А вот она, глянь, смотри, вон лестница эта, видишь, вон, мост, канатный мост, вот он. Мы вот там вначале на него зашли, на дощечку встали, хо-хо-хо-хо. Поверните налево, во двор. Сфоткались и все. На дощечку встать и вернуться быстренько обратно. Какие мосты не привлекают. Орел, горный орел. Так, высадите меня где-нибудь здесь, оставьте и уезжайте. Да, ну здесь вот не будет, да, на ресторане? Будет, но Вася нам не останавливает. Вась, вон они шишки. Останавливайся, давай. Останавливайся, да. Где вы их видели? Ну ты останавливайся, Вась. Уже я теперь их вижу, да. Да. Да? Да. Они с нашей стороны были, а не с твоей. Да, останавливайся, Вась. Мы отсюда дойдем в школу. Где здесь? Куда мы пойдем? Назад вернемся. Надо то вот место, тут... которое... Нет, тут нету. Нет, тут теперь нет. Тут... Мы катаемся. Мы уже видим шишки, но нам не останавливают. Девчонки, пакет, что полный пакет шишек нам принесли. Пока не собираете, никуда не возвращаетесь. Так, девчонки, ребята, мы приехали собирать в Чечню шишки. Как это, на дело, пошли на дело. Надо дорогу перейти. Да, пока никого. Ну чё? Глазастые мои. Нет? Олесь, наденьте капюшон. Наташка, наденьте капюшон. Не играйте вы это. А кизил? А где кизил? Кизил там, где он, да? Водопад. Слышите, как этот снег хрустит? Водопад. Ой, как тут точно есть шишки. Ой, красота какая. Девчонки, я тут жить хочу, остаться. Хорошо. Олесь, не прыгай, не ныряй туда. Девчонки, ребята, я счастлива. Как тут красиво. Пошли, пошли. За шишками пошли. Мы не то, что за шишками, мы просто в хорошей компании проводим время. В Чечню в этот раз не планировали заезжать, но, не знаю, как-то само так получилось. Когда мы попадаем во Владикавказ,
мы едем сразу в Чечню. Сейчас я переключу на Ушкалойские башни. Покажу. Видно, да, вот? Две башни. Ну, сейчас мы туда ближе подъедем. Что нашли? А? Еще раз, Барбарис? Пойдем пробовать Барбарис. Смотрите, снега сколько. Дойдешь? Конечно, дойду. По коленам в снегу. Несемся за Барбарисом. Настоящий Барбарис. Что, будем пробовать Барбарис. Вкусно? Да. Такое ты не попробуешь в городе. Вкусненький, кисленький. Приехали с голодного края. Барбарис Наташка, никогда не пробовали. Мы же счастливы. Да. Мы счастливы. Нельзя передать словами. Это можно только увидеть на наших лицах. Стоять по колено в снегу, жевать Барбарис. Реально стоим по колено в снегу. Сможешь повернуть камеру? Да вон, запросто, да. Уметь надо, получать удовольствие. Да, давайте нарвем чай, приедем, заварим. Это Малюся, мой пакет. Алиса, открой наш пакет. Пакет для шишек. Где бы еще, да? Видео, где ты собираешь Барбарис? Где ты с ветки ешь? Где я ем его? Со снегом. Где я ем его? Девчонки, а помните, как мы в детстве снег ели? Сосульки ели. Снег ели. Грязный. Олесь, сделай мне видео, знаешь как? Подержи. Все, нормально. Пока хотели заснять красивый кадр, Наташка уже виснет. Как там это называется? Еда в кадре. Мукбанг? Мукбанг, да. Мукбанг. Барбарис. А счастливы, как дети, да? Вот если подумать, да, остановились, просто пришли срывать ягоды. И полное, полное что на счастье, некрасиво сказать. В полном восторге. Да, Наташа, так культурнее было? Я даже не знала, как это сказать. Но это нельзя передать словами. Это нельзя передать словами. Посмотрите, как тут вообще. Все, ладненько, переключимся. Это Алисин ангелочек, это Наташин ангелочек, а мой непонятно, на возвышенности. А ты упала на какую-то горку. Да, ну я как всегда. Офигеть, у него даже ногами. Красивый. Да, посмотри, Алис, у тебя прям вот реально самый красивый. Шкалойские башни. Ну, конечно, это родовые башни. Туда пойдете? А почему нет, раз мы уже здесь? Я не пойду. Не пойдешь? Так. Горная речка. Ушкалойские башни. Нарина. Ой, девчонки, ребята, это у нас эйфория от красоты. Да, пойдемте в магазин фермерских продуктов. Сыр, наверное, будет. Сушеное мясо, наверное, будет, точно. Не будет, да? Что? Не знаю, нужно подснимать или нельзя. Леся сделает замечание, ну, конечно. А, закрыто. Мы хотели сыр купить, хотели сушеное мясо купить. Сделать дома зажигалныш. А ну может наверху, подожди. Две башни. А, наверх, пойдемте наверх. А может пойдемте там чепелгаши поедим наверху? А? Ресторан? Да. Пойдемте, может, там покушаем? Ну, я думаю, наверху. Конечно.
Ну пошлите. Да, мы не ищем легких путей, Вась, пойдем. Вась, возьми это монопод, попроси, чтобы взял. Девчонки, ребята, будем подниматься вон в то кафе наверх. О, красота, конечно. Счастливое лицо Наташи. Да, мы засланца послали. Посмотреть, открыто или нет, потому она что... Она вот не ходит даже, елки-палки. Не, ну почему в прошлый раз закрыто? Конечно. Да? Ой, так хотелось вкусненько покушать в таком красивом месте. Че, ты че? Нет, там должно быть открыто, не может быть, чтобы было закрыто. Просто если там закрыто, чтобы я вот это вот все лишнее не делала. А, сейчас! Сами уж как-нибудь справляемся. Садись. Правильно. Я поднимусь, нет? Тут скользко, наверное, не поднимется. Нет, заказать не хочу. Поехали в поселок. Я хочу в таком красивом месте поесть. Алиса говорит, красивом. Хочу туда, наверх. Сейчас я посмотрю, если я не поднимусь. Ну, сейчас встанем. Да? Да. Ну, хорошо. Хотела в таком красивом месте поесть. Алиса говорит, ты не поднимешься. Там очень скользко, говорит. Да. Даже если ты куда залезешь, то ты туда не слезешь. Я сяду на попу и съеду. Там да. Да, у них внутри вот это все. Высота. Наташа, ты будешь здесь? Ой, давайте сфоткаемся. Я как ребенок. Давайте, давайте здесь сфоткаемся. Одна сначала остановить.